Тебе большое спасибо! Держи гранат! Сейчас возьми у Гена. Взял бабки? Нет у Гена. Что? Деньги дай, чувак. Как ты успел? Тебя даже не увидел. Это касается денег, Гена молниеносен и не заметен. Вот этот парень зовут Аббас, и не залезь. Аббас работает таксистом. Один раз они прибили за девочку, их как удохали хулиганы, выбили все зубы на стройке, после этого пошел заниматься единоборством. Попали в тимон из бедной семьи, из простых рабочих. Ну, они вот так вот представляют. Уже уволился? Уже уволился, решил поменять свою жизнь кардинально. Яркий, фактурный, известный боец питерских турниров. Это супербол, по ней много побед, несколько поражений, но они бьются, по-моему, 5 или 6 раз за это лето. Давайте поаплодируем им, бой простых пацанов. Удачи, парни, на вас. Как гладиаторы древности. Вся страна вас будет обожать, я чувствую. На середину. Давайте разгребем этот угол, а то ничего никому не верит. Итак, еще раз говорю, что мы тоже не первый раз. Правила помним, но не нарушаем. Судей нет, времени нет. Руки пожали. Уважаем друг друга, деремся честно по углам. Да. Готов? Готов? Бой, поехали! Донбасс, давай! Так же, Слава! Гена! Да. Ты что, Алакин? Молодец, Вася, передавай ему. Аккуратней, Куровлева. Работай на камеру. Да, туда! Работай, работай. Донбасс, не теряйся! Донбасс, давай! Донбасс, спокойнее! Готовится класс Кушма против Круглого! Ручки, ручки! Готовится класс Кушма против Круглого! Ручки, 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 туда! Давай, давай! Не дергается, лови его! Да, туда же, еще так же! Донбасс, давай! Жень, тебе прошлую прическу. Смотри, перевод. Почему он как вот такой? Слава, Паш, бомжей, блядь! Давай, выворачивайся. Вспомни, что Рома тебе говорил. Вспомни, что Рома говорил. Да, да, так, так, да, Женя, ты убил. Да, 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 да. Снимай, снимай. Все, снимай, хорошо. Да, 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 попробуй. Активней! Держи, держи, держи. Пробей его. Стой. Пробей руки. Давай, блядь, красавчик. Женя, давай, давай. Во славу богу. Слушай, парень, давайте немножко разберемся, чтобы тем было видно сзади. Стойка. Давайте, Лешка, вот за трибунки вставайте. Всем будет видно. Ребят, пролезайте подальше. Просто никому не видно. Видите, там себя специально. Внимательно. Малыш, давай, тоже ныряю. Туда. Ой. А девушка наш фотограф. Давайте в угол присажу сюда, так всем будет видно. Один стул. Здесь Коль, да? Да, 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 да. Бей туда, бей! Бей, бей! Палец в голову убрал! Бей! Не отдай спину! Держи так! Слава, колотушку давай! Молоточек! Дай, 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 побей! Донбасс пельмени делает! Ногами не бей! Возьми богу! Стоп! Стоп! Внимательно! Стоечка! Да, конечно, готовы? Бой! Слава, все, он все! Поддержи бойца, Володя, смотри, господа! Ура, прям вот! Донбасс, не спеши, не спеши, я тебе говорю! Нет, Володя! Давай, пехота! Давай, давай, давай! Опять так же, опять так же. Так же стоп, 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 стойка. Ну что, как денек, мужик? Не зря ты не спал, могу не Женя, Женя, давай, во славу богу. Врач! Мой, да.
Врача в студию! И покрепче врача сюда! Послаще, помощнее! А тебе не нужен врач? А, я думаю, тебе призывать. Как смотрю? Промойте лицо пока, если есть. Промой лицо, вот так. Нет, 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 тот парень. Я скоро кончится этот гребаный дождь, и мы начнем этот спартанский режим. Внимательно! Пошел. Абаз, разворачивайся. Бой! Давайте сюда. Переворачивайся! Держи, держи его! Держи его! Держи, держи! Давай, отрывайся сейчас! Держи! Сейчас подниму, отрывайся! Женя, активнее! Стоп! Стойка! Готовится гранд курс против Круглого! Продолжаем, парни! Донбасс! Донбасс, давай! Донбасс, включи характер, давай! Да, 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 да! Опа! Сверху залазь на него! Давай, босс, работай! Ты из Питера ехал 10 часов! Дальше держи его, все! Активнее! Стоп! Сколько? Парни, давайте, соберитесь! Давай, надо вести, Донбасс! Внимательно! Что случилось? Промыть у него. Промыть лицо. Все, я не могу, я на стрелке, брат. Это специально, вот это я думаю. Такой поединок, что у Грега все падает из рук. Меня, он переживает. Куда залез, поднись, вылези. Голову давай. Приятнее? Готов? Есть за отдельную плату где специальный инструмент, чтобы убить сразу человека, прям, как в 90-е. И будешь продолжать? Да, нормально, да? Или сдулся? Кстати, точно? Да. Женя, давай его сразу в лоб! Внимательно! Руки выше, бой! Грег, братан, это у нас тут сюрприз? За десяточку зелени. А я хочу продать вам, чтобы... Не-не-не, не надо. Молодец, до конца! Руби, 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 руби! Руби, оторвись! Олега! Оторвись! Да! Давай я поддержу, пошел локал, парни начали прививать! Давай, давай, сверху долби! Отрывайся, отрывайся от него, не держи его, просто отрывайся! Держи его до конца! Давай, 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 правый, бей правый, давай, 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 работай. Активней. Бей, бей туда, бей, бей. Да бей, бей туда, Слав, бей, да, бей, 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 бей. Ему неприятно. Попробуй задушить теперь, задушить его. Подтягивай сильнее! Держись, держись! Не сильно задушил, ноги не заправил. Растягивай его ноги. Ногу растягивай. Держи, Слав, держи так. Держи, держи. Слав, последнюю силу цепери прямо на ноги. А он ему давит там, куда? Вниз, куда? Больше 7 минут бойцы находятся в ринге. Аплодисменты вас, Сергей! Активней! Стоп! Стойка! Были бы футболки. Разошлись по углам, промыли лицо. Донбасс, ты вообще как? Вставай! Что? Вау, вставай! Вставай и поехали! Донбасс! 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 Донбасс!
Донбасс, отдохни, ты молодец. Не, голову промыть надо. Быстрее. Нормально? Ты живой, посмотри на меня. Можешь? Ты не можешь положить. Он может. Сюда. Он может. За него решил? Да я вот. Ты энергетик. Залей на мне. Энергетик. Все. Отдыхай. И вот он закончил. Куплен бой. Притом обидные слова. Ваши парни старались во всем. И несмотря на их внешний вид, мне кажется, они обладают боевыми качествами настоящих гигантов-титанов. И все-таки в этом поединке победа! Так, давай поднимаем Донбасс. Возьмите руки друг друга. Так, Донбасс, поднимаем вместе, к машине скорой помощи, пускай посмотрит парня, он совсем на этой машине. И надо нагреть быстренько его, из гриба. Скорее. А у нас микрофон, давай. Что, не зря ехал 9 часов. Передаю привет организаторам. Спасибо, мы здесь. Кубы вот, которые у меня... Разрешили остаться отдохнуть. Еще на неделю? Я теперь единороги смотрю. У тебя выросла большая шишка на лбу. Хотел бы передать привет родителям, маме, папе, сестричке Марине, Милане. Ну и всем братским народам, украинцам, белорусам, чтобы без войны, без всяких. Ну мы на этом надеемся. Все надеемся на это. Хотел бы передать привет еще Гатчину Файт, моему клубу, где я занимаюсь, тренируюсь. И тренеру Евгению Юркевичу, который меня тренировал, приготовил. У вас парни лучшие, там занимаются. У тебя, видать, серьезная тренерская бригада. Жалко, что они не подъехали, не подъезжали. Привет, Кубу Стеч. Вот, и Антону Жалкину, тоже моему тренеру, я до этого тренировался. Хороший очень мастер по кикбоксингу. Только приходи, занимайся. Вот хотел бы дать Сергею Романову. Вы умели сегодня с Москвы все рвануть в Питер, в Сеч тренироваться. Он тоже соревнования. Вот, будем все топить за него. Весь Питер, я думаю, кого так не за него, кстати, А у нас есть слово для тебя, я так понимаю, нашего друга и спонсора. Ну как спонсор, так мини-бикини. Всем привет, ребята, немножко опоздал. Молодцы, бил кусок. Красавцы, футболку тебе не подарю, ты слишком маленький, у нас очень большие размеры. Платье тебе ни к чему! Да, ну тебе призовой фонд как бы от стрелки до участия. Молодежь, красавец, занимайся также спортом, активным, неактивным, пассивным. Главное, не будь ни тем, ни тем. И тем, кем не надо! Все поняли, да? Давай, красава! Что, меняемся? Да пожалуй! Что ты застоялся в угодном? Нет, отдохни. Забери это. Давай, Ген, да? Женя! Да, давай, давай. Давай. Передай это Володе. Спасибо. Да. Ему, у него же лучше получается. Победитель предыдущего боя, к слову, приехал сегодня в зал в 11 утра, пока мы там монтировали ринг и, соответственно, помост для профессионального турнира, который будет сразу после. И, видимо, на пользу ему пошли тренировки и разогрев, который он проводил с 11 утра. А мы едем дальше. Итак, в ринг приглашается рост 175 сантиметров, вес 60 килограмм, Андрей Хуршман.